Сейчас маленький обзор насчет этой пульки, которую я в начале видео говорил. Поскольку мне эти пульки гораздо лучше нравятся, чем те, которые я стрелял 0,60, да? Тогда почему мне эти пульки, хоть они не гладкие, да, они такие сыроватенькие пульки, тупоголовые, и у них юбка тоже очень хорошая, да, такими как шлицы, они и хорошо идет. А эти 0,46, такие 0,46 граммовые польского производства. Что хочу сказать насчет этим пультом, не знаю, как у вас на экране будет видно, не будет. Так, пулька сама по себе очень хорошая, да, так вроде бы с вида блестит тоже и так гладкая. А наконец юбки, видите, какие остатки, да? Вот я думаю, что такие остатки даже тому не будет, кто дома будет делать свои пульки. Как завод допустил такие ошибки, продавать такие пульки на рынок, и думаю, что он очень хорошо, наверное, это все сделал. Нет, те, которые раз их купили, я думаю, что такие пульки никто больше покупать не будет, поскольку, чтобы эта пулька была квалитативная, да, ей тогда получается таким ножиком надо это лишнее по кругу вот таким макаром срезать. Тогда получается пулька более-менее хорошая. Но, конечно, такое дело не делается, держа в пальцах пульку. А те, у которых есть станок, которые сами делают пульку, у них сразу как с этого шаблона снял, так и ножиком прошел, и пулька без такой юбки, да? Вот видите, какая юбка. Наверное, на экране вам труднее видать, чем мне тут на природу, поскольку, может, и свет не такой. Подвернемся немножко, чтобы свет, может, лучше было. Вот если видно, да, какая. На юбке еще одна такая личная, как кольцо. Вот этого надо с ножиком снимать, чтобы пулька была своего правильного вида, да, и которую можно, по идее, нормально сунуть, толкнуть ствол и стрельнуть. Я сейчас покажу на винтовку, как получается такую пульку поставить в ствол. Так, такую пульку в ствол вставлять, ну, вроде бы трудностей никакие нету, да, пулька вставляется как пулька. А вот такая шапочка, это не отрезанная, она останавливается, никак его не задавить током, да. И когда будем закрывать ствол, она же портит нам. Хоть это свинец, но все-таки он портит немножко проду. Тут, как правильно сказать, уплотнение. Она портит, по-любому она портит уплотнение. Поэтому я стараюсь так
пальцем его запихать очень-очень глубоко, чтобы не переступила эта браковая часть, не переступила эту манжетку, да, тогда я вот закрываю и надеюсь всегда, что вот выстрелом будет все нормально. А что остается внутри ствола, какие куски отрываются при выстреле, да, и точность уже не гарантируется с такой пулей. Так хочу сказать насчет этих пули. И купил вторые эти, такие же, но 60 граммовые. Открываю баночку, и у них, видите, та самая, та самая бракованные пульки. И за такие пульки мы платим сколько? Где-то 7 евриков. Зачем мне такие? Я раз купил, влип. Больше я покупать такие не буду. Пусть они там 100 лет стоят в магазине. И буду потребовать, если мне будет указывать, что они хорошие пульки, ну, пусть открывают коробку и будем смотреть, какие хорошие пульки. Так, спасибо за внимание. До свидания.